Всем привет! С вами я, Алис, с канала Беливикс. Недавно ко мне приехали парики и костюмчики Monster High. И вот сегодня я решила создать новую рубрику на моем канале «Мастер-класс по макияжу». Кстати, передаю привет Арине и Миле. Ну, о чем это я? Ах, да! В сегодняшнем видео я проведу мейкап-туториал и попытаюсь показать вам, как превратиться из девочки Алисы в дочь оборотня Клодин Вульф из Monster High. Я впервые снимаю видео такого рода, поэтому не судите строго. Да и помогать с мейкапом будет моя мама. Вы можете купить специальную косметику, предназначенную для какого-либо персонажа, также общую, которая представлена у меня здесь, или же любую свою, которая у вас есть дома. Что ж, приступим. Сначала наносим тональный крем на лицо, чтобы у нас получился шикарный шоколадный оттенок скинтона, как у куклы. После этого коричневым карандашом рисуем брови. Далее наносим лиловые тени на верхнее веко, а потом еще сверху подкрашиваем фиолетовыми тенями. Создаем такой вот градиент. Белыми тенями создаем блестки. И также чуть-чуть наносим на нижнее веко коричневые тени. Далее рисуем стрелки черным карандашом. Потом подкрашиваем ресницы черной тушью. Красим губы помадой насыщенного бордового цвета, а далее рисуем клычки белым карандашом для глаз. А теперь финальный момент. Одеваем парик и готово. Парик – это крутая, пышная и вьющаяся шевелюра с вкраплением пряди рыжеватого оттенка. Клодин хоть и оборотень, но довольно обаятельная. Ее наряд очень экстравагантный. Он состоит из юбочки сиреневого цвета, оранжевой майки и очень интересного черного жакетика, воротничок которого обрамляет мех. Мы не можем не отметить и ушки Клодин. Они маленькие и острые, в которых висят сережки, подчеркивающие неотразимость персонажа. Макияж довольно простой, все делается быстро, а главное легко, особенно если вам делает это мама. Мне очень понравилось, а вам? Напишите в комментарии, как вам мое перевоплощение и продолжать ли мне снимать такие видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк под этим видео. Следите за новостями моей страницы и группы ВКонтакте, а также моего Инстаграма. Все ссылки будут в описании. Я вас всех люблю. Be cool and crazy. Пока!